Последнюю, да? Да, последнюю, и мы будем подводить итоги. Нужно 3-3, Никит. Я тебе говорю, что ты загнешься в этой позиции. Так, F4. Как называется этот дебют? Голландская в первой руке. Туз в рукаве. Дебют Берда вроде это называется. Тут нам нужно E5 играть. D6 и G4. Нет? Я затрудняюсь. Понять вообще, что здесь происходит. Дима Анисимов анализы свои показывал там. Я подозреваю, что Влад опять нападет на детский мат. Но и в день в какой-то момент вот и пойдет. Да, пойдет рокировка 2-0, ферзь F3. Да, вот ферзь F3 на полномасы. F5 сразу, да? Не дожидаюсь. C5 нужно закрывать, C4 закрывать. Ну, у нас план простой. 2-0, G5, H5, дать мат. Влада тоже. Ой, Влада тоже. Не особо трудный план. Ладно, я пойду водички себе налью, что-то у меня уже в горле пересохло. Я вил слабак, видите? Ну что там? Я пытаюсь замотовать. Получается? В принципе, да. Я, кстати, помнишь, говорил, что слышно мужиков каких-то за окном на 8-м этаже? Ну? В натуре какой-то мужик. Этот, видимо, дом чинит, что-то с ним делает. То ли берет, то ли красит. Так, ну 3-3. Хорош партия. Да, я хорош. Ты ужасен.